Я приветствую всех на своем канале. Уважаемые зрители, речь пойдет сегодня о неразлучниках. Вот сейчас иду за ветками, по пути увидел вот эту атакацию семена. Хотел бы сказать тоже за это дело. Вот пока оно зеленое, я давал попугаям, едят они прекрасно. То, что кто в курсе, давайте эти акации семена. Сейчас сухие, я не знаю, не давал, не пробовал. Но зеленый недоспел и давал хорошо. Итак, сейчас отправляемся к ясеню. Покажу вам, просто вдруг это не ясень. Ну, вроде ясень. Просто, может, я ошибаюсь, но дерево хорошее. Сейчас посоветую вам, рекомендую давать это дерево. Итак, вот это дерево. Обратите внимание, какая огромная крона. А вот внизу около дерева, у корнища, такие вот пасынки, или как их называют. В общем, это тоже можно отрезать секаторами и предлагать неразлучникам. Сейчас я увеличу в семена, вы посмотрите, что это за дерево. Но когда я раньше подходил к этому вопросу, я изучал, это оказался ясень. То есть ясень для неразлучников, да и для всех попугаев, очень полезный. Он обладает и противомикробными свойствами, и противогрибковыми свойствами. И вот как кто поет от кокцидий, вот ясень тоже против этих простейших микробов. Вот видно семена. Все, сейчас нарежем веток и пойдем кормить неразлучников. Вот видите, какая жизненный потенциал дерева. И неразлучники будут ваши здоровые, крепкие. Здравствуйте, уважаемые зрители. Нарвал я, в общем, ясеня этого. Сейчас все это дело покажу. Ну и, в принципе, хотел сказать то, что начинается новый проект по поводу неразлучников. Здесь, значит, собрал я молодежь, разворачивал их неразлучников. Это будут зеленые и бананы желтые. Сейчас я вам их продемонстрирую. Вот там сзади меня они сидят, видно? Вот. Значит, сейчас им примерно месяцев 4-5 месяцев. Я их сейчас объединю здесь в общий вольер. Они будут летать, вырастут примерно в год. Может быть, в 11 месяцев я повешу им домики, и они будут пороваться. Кто споруется в домике, того оставлю, а кто не споруется, тогда тех уберу. Это к тому, что как поровать неразлучников. Просто их не определишь, где самец, где самка. Ну, а я сделаю вот более, короче, будет естественный отбор. Так что смотрим. Вот эта стая. Вот эта стая, это все новобранцы. Сейчас всех выпущу и продемонстрирую, как будет все красиво. Так, одну партию высадил. Сейчас немножко передохну, вторую высажу. Вот видите, они в угол слетели. Смотрят, что произошло. Свобода, ребята. Сейчас этих высажу. А эти здесь, семейная пара. Вон они, синие, масковые. Так, продолжаем пересадку. Ну вот, получается, всех я пересадил, объединил, скажем так. Вот эти ветки ясеня. Вот здесь нормально вам видно, смотрите. Вот листок. Ну, по мне, так это ясень. Я смотрел в энциклопедии, это ясень. Вот завтра можно специально сфотографировать или снова видео прислать. Посмотрите, они вот эти вот веточки все мягкие. Ничего абсолютно не остается, ветки полностью съедают. Значит, получается, здесь птица с двух хозяйств, половина зеленых и желтых, и с другого хозяйства зеленые и желтые. Посидят, попаруются, потом поставлю домики здесь, вот где они сейчас находятся, вот там будут домики стоять, ну еще здесь оборудую. И посмотрим, кто с кем споровался, кто кого выбрал. Сейчас пока у них паника, видите, паника. Так, значит, в плане кормления здесь у них будут птица получать минералка, это вот такие камни. Здесь основа глина, известка, ракушка, уголь, сера, ракушка, значит, глина, ракушка,
известь, старая известь, песок речной. Здесь вода, чтобы мусор не летел, вот поставил воду повыше. Ну, в общем, вот такие вот дела. А, еще питание на полу. Вот тут их кормушки, то, что с утра ели, не доели. В принципе, почти все съели. У некоторых видео насыпают так полные кормушки. И неразлучник делает такие норки, когда ищет себе еду. В основном кушают они овес, проса, семечки, кукуруза, сорга. В общем, все то же самое, что и, не, что и волнистые. Ну что, друзья, вот такие вот дела с неразлучниками будем разводить. В общем, сегодня можно сказать то, что начался как бы вот новый проект «Неразлучники» с вашим участием. Будем наблюдать, потом совместно сделаем выводы, подчерпнем плюсы, выявим минусы. Все, продолжение следует. Благодарю всех за просмотр. Всего доброго, до скорой встречи. Thank you.